выполнить приятную миссию. У нас боевой генерал, отмечавший 10 лет, смылся, думал, мы его не достанем. Поэтому я с удовольствием хочу поздравить с этой замечательной датой, сказать спасибо, потому что человек, который прошел от лейтенанта до генерала, свою трудовую жизнь всю, наверное, посвятил городу Волгодонску, родному краю, и при этом сохранил порядочность, ответственность и желание работать, приносить пользу, это дорого стоит. Поэтому от всей души хочу поздравить с этой красивой датой. Впереди у него еще 30 лет плодотворной жизни. А так как сейчас только состоялось совещание, которое проводил губернатор по молодежной политике, и сегодня область приняла программу, и молодежные рамки, это официально, это не шутка, раньше считалось от 14 до 30 лет, сегодня от 7 до 70+. Поэтому молодой человек, я тоже...